абсолютно упругий удар. Легкий шарик со скоростью V1 налетает на тяжелый шарик. После абсолютно упругого удара они разлетаются одинаковыми скоростями, которые обозначены буквой U. При этом выполняется закон сохранения импульса, и поскольку у нас абсолютно упругий удар, закон сохранения энергии. Энергия до удара, которая была только у первого шарика, mv1 в квадрате пополам, будет равна сумме кинетических энергий после удара. Систему уравнений представим следующим образом. Перенесем все звездное с маленьким телом m малое в левую часть от знака равенства, а справа оставим все звездное с m большое. И, разложив разность квадратов, поделим нижние уравнения на верхние, при этом получим V1 в два раза больше, чем скорость шариков после удара. Отсюда легко найти соотношение между массами.